В Абхазии на сегодняшний день нон-стоп 24/7, если обобщить, работает майнинговых ферм порядка 96 мегаватт загружено именно майнингом. Это можно легко посчитать по итогам года, по прогнозу, который дал директор Ингур ГЭС Мибони. Он сказал, что по итогам года будет 2 миллиарда 860 киловатт потребления. Для сравнения, чтобы вы, господа журналисты, напоминаю, что среднее годовое потребление в Абхазии составляло порядка 2 миллиардов киловатт-часов. Это 2019 год, это 2018 год, 2017 год, 1 980 000, 2 миллиарда, это вот все предыдущие годы. Как пришла новая команда, новая власть, в 2020 году мы получили плюс 450-500 миллионов киловатт-часов, а уже в текущем году, по прогнозу по завершению года, мы получим плюс 860 миллионов киловатт-часов. Это, если перемножить, получается вот примерно 90-96 мегаватт постоянно действующих криптоферм. Вот сравните 96 мегаватт и 10 киловатт, о которых говорит Канал Владимирович. Спасибо.